Ну хорошо. В компании лучше всего. Так это ты, брат. Эй, ты! Ты кто еще такой? И че здесь шастаешь? Я ищу Ольгерда фон Эверека. А, он внутри. Мне нужен Ольгерд фон Эверек. Нету здесь такого. Кто же вы такие будете? А на кого мы похожи? На банду громил. Или на шайку бывшей солдатни из тех, кому повезло. А, вот тут-то ты ошибся. Мы все дворянские сыновья. И дочери. Так вы все-таки скажете, кто вы такие? Мы — вольная риданская компания. А еще нас называют кабаны, потому что на гербе кабан. Мне сказали, что тут я найду Ольгерда фон Эверека. Кто-то здорово тебя обманул, брат. Тогда, думаю, вместо него ты мне поможешь, брат. Сдается мне, что у нас с тобой матери были разные. Ладно, Энгус, оставь его. Это я, Ольгерд. Говори, что тебя привело. Нет, нет, это я, Ольгерд. Ты? Да куда тебе? Это я, Ольгерд. Так вы все и есть Ольгерд, да? А то как же? Един в трех телах. Можно спать, жрать, да девку мять, и все разом. Так а у кого из вас яйца, у кого мозги? Не смеешься? Выходит, мозги не у тебя. Нет, у меня все больше кулаки.
Ну, сколько мне еще ждать? А ты ничего. Сгодился бы для нашей веселой компании. Пойдем, отведу тебя к Ольгерду. Как тебя звать? Геральт из Риви. Дам я тебе совет, Геральт из Риви. Как придешь к Ольгерду, постарайся его заинтересовать. Заинтересовать? Это же ему нужен кто-то, кто убьет чудовище. Кто-то? Это не обязательно ты. Так что если хочешь получить работу, смотри, чтобы Ольгерд не заскучал, а то он очень нетерпеливый. Атаман, тебе гости. А знаешь, какие скульптуры продаются лучше всего? Статуи башков, бюсты королей и голые бабы. И что у нас тут? Голая баба. Что ты про нее скажешь? Откровенно говоря, я предпочитаю работы Пакса Гернста. А, Ковирская школа. Ты учился в Оксенфурте? Не довелось. Но знаю кое-кого, кто учился. Любил я некогда Боттичелли. Он как никто умел вдохнуть жизнь в кусок холодного камня. А смотришь на это и видишь только кусок скалы с идеальными пропорциями. Без недостатков, совершенной до боли. Скучный и мертвый, как булыжник на обочине. Так-то лучше. По крайней мере, интересней. Ладно, теперь обсудим детали. Спустимся к моей компании. Перекусим чем-нибудь. Атаману Ольгерду слава! Ну, слава атаману! Виват! Виват! Да здравствует атаман! Давай, выпей с нами! Ну вот, теперь у нас уже и нет выбора. Принеси нам вина, милая, и что-нибудь поесть. Есть какой-то повод или просто душа просит праздника? Повод всегда найдется. Сегодня у нас обряд наречения. Чей? Новой сабельки сударя Богатыревича. У меня уже есть для нее имя. Мы ее назовем Традиция. Расскажи мне побольше об этой бестии из каналов. Я не знаю, что это такое, но оно убивает людей. Я бы не стал о нем волноваться, если бы его жертвой не стала моя кухарка. Никто лучше нее не готовил дичь. И за этой дичью ты послал ее в каналы? Нет, она на ярмарке была с сестрой, то ли с родной, то ли с двоюродной. Та ей наплела, что в каналах Оксенфурта живет принц, превращенный в жабу. Ну а бабы и есть бабы. Каждая хочет принца, хоть бы за ним пришлось брести по колено в говне. И Веска тоже хотела. Вот и пошла, да так и сгинула. Впрочем, говорят, она не первая. Эй, оставьте ее. Так-то вы обращаетесь с дочерью хозяина. Прости. Так о чем мы? Ах, да, насчет заказа. Ну так как, займешься этим? Осталась еще одна мелочь. Плата. Не думай об этом.
Вернешься сюда с башкой чудовища и заберешь отсюда все, что тебе понравится. Это очень щедро, но я предпочту уговор на конкретную сумму. Ну, будь по-твоему. Сколько тебе надо? 300-400 крон? 450. По рукам. А отсюда ты все равно сможешь взять себе какой-нибудь сувенир. Я избавлюсь от чудовища. Принесешь сюда его башку, и награды себя ждать не заставят. Эй, ты! Кошачьи глазки! Мое имя Геральт. А я тебя буду звать Кошачьи глазки. Ты что, запретишь меня, а? Давай лучше к делу. Есть для тебя задание, Кошачьи глазки. Кто-то убил моего друга. Его звали Клюйверт. Я хочу, чтобы ты узнал, кто за этим стоит. И снес ему башку. Почему ты сама не отомстишь? Вы же любите, кажется, помахать саблей. Еще как. Если бы я знала, кто убил Клюйверта, давно бы ему требуху выпустила. Но я не знаю. А вот ты, Кошачьи глазки, ты многое видишь. Ты его выследишь. Продолжай. Клюйверт торговал Фисштыхом. Пару дней тому назад он поехал в заброшенную деревню Луковец. За товаром. И не вернулся. Ты была там? Видела его труп? Нет. Но Клюйверт из тех парней, что держит слово. Раз он не пришел на встречу со мной, значит, он мертв. Найди урода, который это сделал, и убей. Я хорошо заплачу. Ну что ж, я подумаю. У Клюйверта был шрам на лбу, похожий на твой. По нему ты опознаешь тело. Сказал, подумаю. Знаешь что, Кошачьи глазки? Я раз посмотрю на мужика и сразу знаю, из какого он теста. Готова поспорить, что ты выполнишь мою просьбу. Найдешь меня в Оксенфурте, в Алхимии, в корчме рядом с рынком. Пьют, курят, едят, веселят. Мне для храбрости нужны.
А ты куда собрался, братец? А тебе что за дело? Ты находишься в зоне военных действий, а мы тут военный налог собираем. А мне кажется, что вы наводку собираете. Интересно, будешь ты такой же дерзкий, когда мы тебя обвиним в шпионаже? Плати и не болтай. Я не дам вам ни гроша. Я же говорил, он шпион. Мы тебя арестуем именем доброго короля Родовида. Ну попробуйте. Что здесь происходит? Докладываю, мы задержали подозрительную личность. Шпиона. Из ведьмака такой же шпион, как из тебя, благородная девица. Еще раз поймаю вас за тем, что вы вымогаете деньги, всех отправлю на Восточный фронт. А ты, ведьмак, не крутись здесь. Спасибо, прощайте. Не шали! Ненавижу вам. Вот такого угря вчера выловил. Длиной в 5. Эй, Седой, видел уже, что у меня на крылах? Эй, и куда ты прешься? Что, тебе жить уже надоело? Не шалеешь! Эй, и куда ты брешься? Что, тебе жить уже надоело? Там в каналах чудище страшное сидит. Лучше от него подальше держаться. Сапог. Большие, похоже, мужские. Мужику-то заколдованный принц на что сдался. А здесь следы женские. Она была одна. Что это может быть? Чудище. Раны резанные явно от клинка. Это работа не чудища. Не смей, слышишь? Даже не думай. Пожалуйста, не делай этого. Шани? Геральт? Что ты здесь делаешь? Пытаюсь спасти ему жизнь. Помоги мне! Шани, успокойся, он умер. Наверняка еще что-то можно сделать. Оставь его. Черт бы побрал! Все зря. Ты сделала все, что могла.
Спасибо, Геральт. Рада тебя видеть. Я тебя тоже. Потерял тебя из виду, когда уехал из Вузимы. Ну, как дела? Долго рассказывать. В общем, я по-прежнему лечу людей. Открыла лечебницу здесь, в Оксенфурте. Но поскольку я гражданка Редании, то еще работаю на армию. Не страшно. Я люблю долгие истории. С удовольствием. Когда мы отсюда выберемся. Так тебя сюда реданская армия направила? Или ты просто спустилась в каналы воздухом подышать? Я получила задание этим утром. Со мной был отряд солдат. Что-то напало на нас. Этот солдат, он был твоим знакомым? Его звали Нолс. Он пошел бы в увольнение через неделю. Теперь уже не пойдет ни он, ни остальные. А сколько их было? Целое отделение. 6 храбрых парней. 7 мертвы. Кто на вас напал? Ты разглядела? Нет. Как только оно появилось, я побежала. Помню только, что оно было большое, плевалось ядом и как бы чавкало. А, то есть это явно не трупоед и не стая утопцев? Нет. Оно было огромное. Кто-то швырнул в него факелом, но чудовище даже не заметило. Значит, не боится огня. Полезные сведения. Зачем они послали тебя сюда? Если это, конечно, не секрет. Мне нужны образцы яда твари, что шастает по каналам. Оно не только убивает людей, которые сюда забредают, но и отравляет воду в колодцах. От этого страдают и местные жители, и солдаты. Хочешь, я попробую убить эту гадину и принести тебе образцы? Очень мило с твоей стороны, Геральт. Только я пойду с тобой. Чудовище опасно. Ты видела, что оно натворило? Я уже большая. Я справлюсь. И не нужно спорить. Ты же знаешь, я все равно сделаю по-своему. Ну ладно, будь по-твоему. Покажи мне, где оно на вас напало. Вон там. Решетка сильно погнута, как от удара огромной силы. Я захлопнула ее, когда убегала. Наверное, чудище в нее шарахнуло. Хорошо, что она выдержала. А теперь нам надо найти обходной путь. Ты хочешь поискать снаружи? Я скорее надеюсь, что этот удар повредил от чудища, все еще может быть где-то здесь. Это солдаты из твоей охраны? Да, они. Верн, Миклас. Бедные ребята. Чудище с ними не цацкалось. Они спасли мне жизнь. Ты их знала? С этим я познакомилась сегодня утром. А с Верном мы служили еще под Дорианом. Миклас завербовался только в июле. Мне очень жаль. Когда ты убьешь чудовище, надо будет прислать сюда кого-нибудь, чтобы забрать их и похоронить. Так что же тут случилось? Мы пришли сюда, и Миклас стал осматривать следы. Тогда на нас напали утопцы. Ребята быстро с ними управились, но Франц получил по ноге. Мы отстали от остальных, я занялась перевязкой. Нол стоял на страже. Вдруг появилось чудище. Нолс оттолкнул меня в сторону выхода, а сам бросился в бой. Я оглянулась и увидела, что он лежит на земле весь в чем-то клейком. Тогда я вернулась и оттащила его туда, где ты нас нашел. А чудовище? Миклас и Верн отвлекли его на себя. И дорого за это заплатили. Но ты все-таки видела, кто на вас напал? Все случилось так быстро, я не успела рассмотреть. Я видела его только сзади. Оно было большое и с
склизкая. Надо здесь осмотреться. Тот, кого ты перевязывала, здесь? Франц? Я его тут не вижу. Думаешь, чудовище его утащило? Может быть. Наверное, оно приползло оттуда или убежало туда. Глубоко тут. Нижний уровень каналов закрыт, но у Верна, командира отряда, был универсальный ключ. Ладно, я его поищу. Чудище. Я нашел ключ. Это здорово. Пойдем. В городе ходит легенда, будто это чудовище. На самом деле принц, превращенный в жабу. Я слышала. Много женщин на это купилось. Придушила бы того, кто распускает такие сплетни. Значит, ты в это не веришь? Я изучала медицину, а не литературу. И в сказки не верю уже давно. Пришла сюда расколдовать принца и не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Шани, берегись, в сторону! Так что надеялись, что здесь королевич. Мерзкие твари. Ты в порядке? Да. Смотри, там Франц. Скорее то, что от него осталось. Что за тварь могла такое сделать? Порядочно утопцев. Это что-нибудь значит? Ну, чудовище явно на них не нападает. Может быть, то, что здесь рыщет, живет с ними в каком-нибудь симбиозе? Интересно. Что? Франц был ранен в ногу, так? Угу. Немного выше колена. Ты чем-то обработала его рану? Только продезинфицировала спиртом. А в чем дело? Смотри, похоже, чудовище откусило Францу эту ногу. Остальные тела остались целы, не считая ран, полученных в бою. Ты хочешь сказать, чудовищу нравится алкоголь? Ага, смешанный с кровью.
Тут мы уже ничего не высмотрим. Надо найти логово. Я с тобой. Тело практически не тронуто, покрыто слизью наполовину. Надеюсь, бедняга не мучился. Женщина лет 30. Странно, нет никаких ран. Умерла от истощения, пытаясь убежать? Страшная смерть. Тех, что надеялись найти здесь королевича. Риданский вояка. Похоже, решил убить чудовище своими руками. Шали, может, возьмешь пробу отсюда? Ну да. А вместе с ней землю, щебень и дерьмо утопцев. Мне нужен чистый образец. Лучше всего из логова. Как видно, в крайнем случае утопцами она... Шани, берегись! В сторону! Здесь достаточно слизи. Может, тебе хватит для образца? Мне бы хватило, но это слишком грязный образец. Эта несчастная, кажется, пыталась отсюда выбраться, но не сумела. Убитых утопцев. Странно. Я думала, что чудовище. Не трогает. Наверное, до тех пор, пока они сами держатся от него подальше. Разлагающиеся тела, слизь повсюду, эта вонь. Должно быть, мы в логове. Свежая. Бестия была здесь совсем недавно. Возьму образец. Здесь сходятся все трубы и коридоры. Что теперь? Нужно заманить тварь сюда. Как? Если ты не знаешь, что это за чудовище. Но я знаю, что оно любит спирт, смешанный с кровью. У меня как раз есть немного спиртного. Ты же не собираешься пораниться, чтобы... Успокойся. Здесь полно тел, использую одно из них. Тебе хватит того образца? Надеюсь, но еще хочу взять образец свежего яда.
когда ты убьешь чудовище? Для противоядия? Зачем оно, если чудище будет мертво? У меня есть пациенты с отравлением. Им лекарство точно пригодится. А прочие образцы я исследую. Кто знает, какие у них свойства. За работу. В бою я тебе не помогу, а вот после могу пригодиться. Поищу какое-нибудь укрытие. Лучше дождись меня наверху или возвращайся к себе. Но... Никаких «но». Если хочешь, можешь подождать в коридоре, но как только появится чудовище, беги на поверхность. Ладно. Шани, посмотри на меня. Обещай, что убежишь. Обещаю. Хорошо. А теперь прячься. Береги себя, Геральт. Thank you.
слово. Thank you.
головы карт. Гадараш Айлвуд. Что? Что происходит? О, наконец-то ты очнулся. Еще и говоришь по-человечески. Я уж думал, что всю дорогу так и буду разговаривать с собственным отражением в параше. Что за... Где это я? На Альбатросе. Или скорее на Фагбархиле, на этом их чудном языке. Плывем в Афир. Не припомню, чтобы записывался в матросы. Да нет, брат, это они тебя сами сюда прописали. Ты, говорят, убил их принца. Точно, жаба из каналов. Зараза. Похоже, мне еще повезло, что не убили меня на месте. Это как посмотреть. Я немного знаю Афирский и слышал, как они говорили, будто их король послал сюда, чтобы найти и расколдовать принца. Они поклялись ему своей честью и честью своих семей на 5 поколений, что привезут его живым и здоровым. А я его убил. Прекрасно. И теперь они сочли делом чести доставить убийцу принца пред светлые очи короля. Ну а ты кто такой? Филипп Калагранде. Мелкий вор, профессиональный шулер, а в свободное время экскурсовод по Оксенфурту. Вашим услугам. А ты-то почему тут? Тоже убил какого-то принца? По их мнению, я к этому причастен. Они наняли меня проводником. А я привел их в каналы, когда ты уже распорол брюхо этому их королевичу. Ну, прости. Да ты ни при чем. Я ведь мог бы сидеть ровно в алхимии и играть себе в гвинт, вместо того, чтобы похваляться, что знаю Оксенфурт как свои 5 пальцев. Со мной была девушка, рыжеволосая медичка. Ее тоже схватили? Я там никого не видел, кроме тебя. Был один. Хорошо. Значит, все-таки убежала. Надеюсь, она добралась до дома. Давно мы отошли от берега? Хрен его знает. Нет, наверное, не так давно. Хотя, может быть... Да какая разница? Большая. Если меня должны казнить, то я особо не тороплюсь. А я, в общем, даже рад, что плыву в Афир. Говорят, у них там белые кони в черную полоску. Всегда хотел посмотреть. Может быть, это черные кони в белую полоску? Не, черные в белую полоску в Занвибаре. Это я точно знаю. Ты пробовал отсюда выбраться? А то. Употребил все свое обаяние, да только зря. Видно, плохо я знаю Афирский. Я вообще не знаю. Мы будем плыть, наверное, с месяц. Могу тебя поучить. Элькаль Орьялле! Что он говорит? Велел нам заткнуться. Произошло недоразумение. Я могу поговорить с капитаном? Эляль Сокан! Галаветкар Уальбатагель! Молчи, собака. Ты убил принца и ответишь за это. Гилиам Валар! Куарбаретене! Ты был бы уже мертв. Ревагернерам и Ахарерам. Право мести принадлежит не нам, а королю. Мы поклялись честью. Как сказать, отведите меня к капитану? Вальт алехе уль и улла. Как? Эльхай! Вальт... Вальт алехе уль и гула. Эльхай. Инхая Урлихил, Ургеренг, Айвитер! Что случилось? Что он сказал? Чтобы ты тихо сидел. И что через 2 недели будешь висеть. Прекрасно. Успокойся. Что с ними болтать?
Знай себе, курлыча злобно, да надуваются. Ты заметил? Как те рыбы, как их... Как же они называются? А тут нет никого, кто говорит на всеобщем. Есть с ними наемник, похожий на Айдирнца. Это он меня нанял, чтобы я показал им каналы. Да еще я слышал, как их главный, чародей, о нем разговаривал. Только вряд ли они станут с тобой болтать. Ладно, хватит языком молоть. Ты лучше вздремни немного. У нас впереди долгий путь. Мне спать не хочется. Зато очень хочется, чтобы здесь был кто-то, с кем можно договориться. Приветствую, Геральт. Помнишь меня? Помню. Мы встречались в Белом саду. Ты... Гюнтер Одим, по прозвищу Господин Зеркало. Я помог тебе найти Йеннифер. А теперь вот снова встретились. И, похоже, тебе снова нужна моя помощь. Я слышал, тебе грозит петля. Если только ты не умрешь раньше от здешней кормежки. Откуда ты взялся? Зачем утомлять тебя скучной историей? Лучше заняться чем-нибудь полезным. К примеру, вытащить тебя отсюда. Ты ведь хочешь отсюда выбраться, правда? Хочу. Да только что ты можешь? А, больше, чем ты думаешь. Я помогу тебе, Геральт. Но я должен быть уверен, что ты меня потом отблагодаришь. Ясно. Ничего не бывает даром. Ничего. В конце концов, я ведь купец. Ну как, хочешь, чтобы я тебе помог? Хочу. По рукам. Когда все кончится, ищи меня в полночь на распутье под Ивами, у деревни Янтры. Дай-ка я тебе кое-что оставлю, чтобы ты обо мне не забыл. Черт, что это? Это знак, что мы теперь союзники. С кем разговариваешь? Да, ни с кем. Никогда не любил плавать. Чёртова качка, а у меня морская болезнь. Вот можно было бы так проспать весь рейс. Я на шторм не подписывался. Теперь мое жалование возрастает. Помоги нам добраться до Афира, и король щедро тебя вознаградит. Что с узником? Мы должны доставить его королю, и клянусь честью, что так оно и будет. А мы не можем просто привести его голову вашему королю. Как того второго? Тот утонул, и мы ничего не могли сделать, а этого мы доставим живым. Кроме того... Я хочу посмотреть казнь, которую король ему приготовил. Какую казнь? За убийство наследника престола полагается искупать в смоле, содрать кожу и четвертовать. Thank you.
И ни одного ребенка не похитите в обмен на помощь. Один раз так добрался. А если не можешь? Воровка отменялся. Добро. Давай монету. Решка, пойдем к главным. Чтобы хоть мой старик не сидел. Геральт! Мне... Не желаешь сыграть в гу... Геральт! Мне нужен... Бывай. Геральт. Мне... Бывай. Если бы не хозяйки, что... Давно бы мы все поняли. Если у меня сын родится, то назову Геральта. Дали, сука, себя обработать.
скучно, мать его, идти. Здравствуй. Здравствуй, Геральт. Чеп. Сделай для... Будь здоров.